Я сейчас работаю в госпитале младшей медсестрой. Приходится выполнять работу и сестры, и санитарки. Каждый день по 12-14 часов. Устаю здорово, но это даже хорошо. Отвлекаюсь от страшных мыслей. Без конца бомбежки и обстрелы. Как только объявляют воздушную тревогу, дядя Фоля ночью, несмотря на нашу усталость, сердится, заставляя идти в бомбоубежище. Таких тревог бывает по несколько раз в ночь, не говоря уж о дневном времени. Но ничего, вот кончится война, и тогда и отдохнем. И споем мой любимый романс «Гори, гори, моя звезда». Здесь сейчас очень легко. Знай же, что я тебя очень, очень и очень люблю. Целую, твоя Танюша. Никогда.
Россия,
Праздником нашей победы, ленинградцы! Дорогие друзья, товарищи!